Когда-то в этом доме жил мальчик-майнкрафтер, но по неизвестным причинам он скончался. Его тело нашли прямо в доме, но призрак мальчика навсегда остался жить здесь. Наша задача — определить, что это за призрак, и по возможности его поймать. Это настоящая фазмофобия в Майнкрафте. Огромное спасибо Нези за карту, и мы начинаем. По поверьям, в этом доме, вот в этом доме, живет призрак Майнкрафтера, ты прикинь? Какого Майнкрафтера? А что у меня сердце бьется? Это потому, что этот призрак нас будет пугать. Юля, нам нужно взять все предметы, чтобы определить, какой тип призрака. Так, держи тебе МП или мне ходить с МП? Я не знаю, возьми вот крест, я возьму соль. Так, ладно, хорошо, ты бери МП, а я... О, у меня есть фонарик. Ну хорошо, тогда давай мне, хорошо. Это, если что, прям самое настоящее. Настоящая фазмофобия в Майнкрафте. Нам сейчас нужно определить тип призрака. И этот призрак это не просто какой-то майнкрафтер, который умер в этом доме, а это вот этот вот Игорь Бородавочник. И этот Игорь Бородавочник нас уже поджидает. Блин, Юль, я так боюсь. Эй, призрак, ё-моё, Юль. Что за дичь? Потом я видел его, Юля, прямо возле тебя. Он прямо возле тебя стоял. Ты сраный призрак! Дай нам знак, призрак! Дай нам знак! Ой-ой-ой-ой, стучит! Я не слышу. А, Юля, подожди, я видел там один призрак делает звуки только для какого-то конкретного человека. То есть ты цель призрака, понимаешь? Ёпарни, или не ты! Или все-таки не ты! Ты уже поставила блокнот? Да, я положила тетрадку. Так, хорошо, Юля, давай тогда, ты тут оставайся с блокнотом, а я пока пошел. Так, я пока поднимусь наверх и посмотрю, что у нас здесь. Нам нужно не просто вычислить тип призрака, но еще найти реликвию. Эта реликвия может быть на втором этаже, но здесь пока... Так, двери... Что за музыка играет? Так, ладно, я лучше вернусь к Юле, что-то мне здесь вообще не нравится. Юля, я возвращаюсь к тебе на первый этаж. Юля, ты где? Я не знаю, я... Подожди, Юля, встань, охоты, прячься! Ёпрасота, нужно срочно куда-нибудь спрятаться. Быстрее, шкафчик, все, сидим! Стой, выключил. Кажется, закончилось. Юля, ты где? Юля, ты где? О, Юля, ты что, умерла? Юля! Походу, я остался один. Так, ладно. Мистер Призрак, мистер Мертвый Майнкрафтер, пожалуйста, скажите мне, ответьте мне на такой вот вопрос. Вы здесь? Вы убили Юлю? Скажите, вы убили Юлю, мистер Призрак? Убили ли вы Юлю? Понятно. Это, кстати, так делать нехорошо. Вам мама в детстве не говорила, убивать людей все-таки плохо. Мы пришли вам помочь, мистер Призрак. Да ты не такой же, ты знак-то мне давай, уйди ты нахрен от меня! С такими знаками все, больше к тебе не буду тебя просить, никакие знаки мне давать! Ладно, поставлю датчик движения, буду его отслеживать. И соль сейчас рассыплю, как Юля завещала, сейчас рассыплю здесь соль. Так, как ее сыпать-то? Так, и что мне это дало? Хорошо, он здесь. Короче, все, я пошел нахрен отсюда и посмотрю вообще, что это за тип призрака. Да-да-да, пока, призрак, пока, давай, до свидания. Сейчас главное не ошибиться и правильно выбрать тип призрака. Полтергейст, странные звуки, взаимодействие с блокнотом. Так, этого уже не было, идем дальше. Демон, странные звуки, это тоже взаимодействие с блокнотом. Вот, тень, странные звуки, слышит один человек. Юля их слышала, отвечает на да, нет, он ответил. Показывает обличие доход, это вот прям сейчас показал. Взаимодействие с предметами, не помню, было или нет, странные звуки слышит один человек. Это по-любому... Или нет? Это по-любому тень. Все, выбираю тень. Надеюсь, что я не ошибился. Так, все, это была тень. Принесите реликвию. Вот о чем я и говорил. Теперь мне придется вернуться в этот дом с призраком и найти реликвию. Иначе я проиграю и... А, там стадия охоты началась. Ну ладно, я тогда пока что лучше посижу здесь. Так, вижу радио, шкаф. Нет, это мне все не нужно. Мне нужна реликвия. Так, может, на втором этаже я смотрел. Там ничего не было в туалете. Так, какашки всякие, это мне все не нужно. Какая-то, господи, как тут ужасно-то вообще. Да, тихо, уйди нахрен. Все, вот уйди, у тебя распятие от него кинул. Так, может быть, в этой комнате или я в этой комнате уже смотрел? Я уже запутался, где я смотрел, а где я не смотрел? Какая-то мусорка. Что, может, в мусорке реликвия? Вряд ли реликвия.
реликвия в мусорке будет. Так, здесь какие-то сигареты лежат. Это все нам не нужно. Нам нужна реликвия. Вот, смотрите, здесь умерла Юля. Так, здесь ИМП. ИМП может мне пригодиться. Не знаю, правда, пригодится оно мне или нет. Ну ладно, положу его в левую руку. Господи, ну где эта сраная реликвия? Че ты, бабуля, смотришь? Что здесь висишь? Лучше бы реликвию мне помогла найти. Да где она? Ее реально здесь нету. Я и на втором этаже тоже все смотрел. Тут ничего нету вообще. Ну ёбара, Зате, ну почти! Где была эта реликвия? Знаешь, я тебе скажу. Что? Ты узнал, кто я, но не нашел мою реликвию. Я свою реликвию смыл в унитазе. Понимаешь? Демон, убей их. Теперь я призрак. Я могу издавать звуки. Я вроде бы демон, я точно не понял, правда. Ну ладно, хорошо, сейчас мы их тут всех испугаем. Ну шо, давайте, идите ко мне. Заходи, я помню, заходи. Я заходила в дом, а ты на меня напал. Заходи, так заходи. Что давайте. У меня вот есть, заходи, как-то мне поможет делать, вот эта вот штука. Я не уверена, давай, ты первый. Что же звуки? А ты слышишь звуки? Да, он там в стиральную машину. Да он по радио, разговаривает! Он здесь! Так, Юля, я поставлю датчик движения здесь, вот возле радио, вот тут вот понаставлю, если он будет вот тут, вот тут вот побольше надо дать. Он здесь! Он это здесь! Нет, он здесь, не поставили датчик. Не надо бросать его, надо бить им, этим распятием. Понял. Ну-ка, я думал, надо было. Там какой-нибудь звук. Он где-то здесь ходит, пойдем его посмотрим реликвию. Он постучал! Ты слышал? Нет, постучал. Я постучал. Да, это я. Юля! Закрыта дверь! Ну, я прежде, по-моему, все, настала стадия ошибки. Сейчас я их убью. Сейчас я их всех убью. Ты что, дверь заклинил? Откройся, сраная дверь! Ну, дверь, откройся! О, попался! Попался, что, дружочек. Что, Игорь умер в туалет, а что мне теперь одной тут сидеть, что ли? Так, а где Юля? В каком шкафу ты там сидеть? Мистер Призрак, если вы меня слышите, я буду сидеть в шкафу. Не надо ни в каком шкафу сидеть, ладно, не надо. Ладно, я похожу по квартире. Так, ладно, издам Игорь, или какой-нибудь звук. Игорь, где он умер? Вот он я! Мистер Призрак, дай мне знак. Нахрен. Нахрен мне твои знаки не нужны. Дал знак, сразу убежала, блин. Капец. Полтергейст, это странные звуки. Взаимодействие с блокнотом отвечает. Нет, это не точно не он. Демон, странные звуки, да. Блокнот, да, у нас нет блокнота даже. Странные звуки слышит. Нет, это мы все слышим. Что это? Уйди отсюда, мистер Призрак. Кажется, я больше не хочу заходить в дом. Сейчас я попытаюсь. Мистер Призрак, наступи на вот эту штучку. Ой, блин, я сама. Все, стадия охоты. Стадия охоты, ля-ля-ля. Сейчас мы найдем Юлю. Куда она там убежала? Мне нужно прощаться с жизнью. Где там Юля? Никому, потому что живет. Где она? Куда она убежала? Блин, мне нужно ее найти. Я не вижу, куда она прячется. В гараже, что ли, сидит? Я тебя найду. Можно. Опа! Попалась! Попалась, Юля! Я нашел твой тайник, поняла, да? Какой тайник, Женя? Я обосралась. Я спряталась в своем гараже. Я решил, что надо прятаться было в подвале. Вы кто-нибудь хоть раз был в подвале? Нет. Там капец какой подвал, оказывается, есть. Да, да, я его заметил, да, там большой подвал. Че, еще раз играем или все? Здравствуйте, коллега, собственно, да, я выучил всех призраков в этой округе и могу... У меня есть блокнотик, вам нужен блокнотик? У меня есть фонарик. Все, пошли, подожди, соль. Соль возьми. Соль, все, обязательно все берем, все, пошли. Да, коллега, как вы считаете, какой из этих призраков может обитать в данном доме? Я думаю, что это полтергейст, господин Игорь. Я предлагаю сразу спросить ему конкретный вопрос. Давайте. Итак, значит, кладем ответика и спрашиваем, мы мистер Призрак или не мистер Призрак? Подожди, нельзя так тратить, это тупой вопрос, нет, давай так. О, звенит, ты слышал звук? Нет. Ага, то есть я только слышу звуки. Да, какие, значит, только ты слышишь. В моей голове, я схожу с ума, нет. Так, подожди, ну МП пока на нуле, МП пока на нуле. Подожди, ну ладно, давай блокнот поставлю, а блок там уже не напишет. Ёпта! Так, она момент, МП5! 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 Не знаю, что там уже значит, но МП5.
МП-5, а у меня температура 37,8 уже. Закрыто! Сезон охоты начался! Прячься! Все хорошо, хорошо, давай там. Удачи тебе. А, я чуть не родил. Что мы имеем, коллега? Коллега. Так, подожди. А, твою мать! Ну подожди, смотри, она в блокноте не отвечает нам, да или нет, не отвечает. Алло, значит, ты... Она не может это делать, видимо. Ты можешь потыкнуть что-нибудь там? Ты нормальная, вообще ненормальная? Ну ответь нам. И что нам теперь делать? Нам теперь сидеть и ждать возле этого блокнота, пока нас не убьет? Ну, видимо, да. Ну можем на рандом попробовать тыкнуть. Кто это наступил? Это она. Она вот тут. Она еще и на датчике определяется. Да, да, да. Подожди, хорошо, хорошо. Ладно, давай, раз она не хочет нам показываться, мы ее сейчас... Все, уходи нахрен отсюда. Уходи, уходи. Просто малим отсюда, убегаем. Займитесь предметами. Короче, это, наверное, тень. Я думаю, что тень. Думаешь? Я выбираю тень. Это была тень! Принесите реликвии! Все, быстрее, я знаю, где реликвия! Пошли быстрее в этот сраный подвал! И хотя бы один из нас... А там сезон охоты. А, да, ну тогда можно снова попробовать. Мы, кажется, по-моему, с тобой удивительное время выбираем для посещения данного дома с тобой, да? Она пытается дверь открыть. Да-да-да, да, мы здесь! Давай-давай! Так-так-так-так-так-так-так-так-так, на втором этаже здесь ничего нету, может быть, здесь, в этой комнате. Оно может быть в шкафах? Я нашел! Я нашел! Только меня сейчас убьют быстрее! Бежим, бежим, нахрен, бежим отсюда! Все, я не могу двигаться! Я не сорвалик, пока! Я не могу двигаться! Все! Я принес ее! Куда ее тыкнуть? Все! Мы победили? Да. Ну как? А я в шкафу спрятался, я думал, что меня убьют. А рядом с тобой там ходила, бродила, ну что бы поделать такого? Ставь лайк, если ты не умер, как призрак. Давайте покажем, сколько-то у нас тут живых. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.